31 преступление совершили рассказовские подростки в 2012 году, на один случай больше, чем в 2011. 27 несовершеннолетних стали непосредственными участниками. О состоянии детской и подростковой преступности шла речь на расширенном заседании комиссии по делам несовершеннолетних. Совершившие преступление – это дети в основном в возрасте 14-15 лет – 5 человек, и в возрасте 16-17 лет – 22 человека. 7 из них школьников, в том числе это у нас один подросток социальной школы-интернат, коррекционная, школа номер 4 – 1 школьник, и школа номер 3 – 5 школьников. 13 из совершивших преступлений – это обучающиеся индустриально-промышленным техникам город Рассказово. Самое распространенное преступление среди тех, что совершают подростки – это кражи, угоны и умышленное причинение легкого вреда здоровью. По итогам прошлого года представители комиссии фиксируют небольшой рост числа преступлений и правонарушений, совершенных их подопечными, несовершеннолетними жителями Рассказово. В целом же структура и число преступлений остаются неизменными. 12 преступлений по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – это кражи. В аналогичном периоде прошлого года краж было 18. 6 преступлений угонов, в аналогичном периоде прошлого года 4 преступления. Одно у нас появилось на уровне прошлого года — преступление угрозы убийством. И не было в прошлом году и появилось в этом году преступление применения насилия в отношении представителей власти, совершенным подростком. На заседание пригласили руководителей и представителей образовательных учреждений, медработников, представителей социальных служб. В содружестве они должны выработать меры по снижению и, главным образом, профилактике правонарушений и преступлений среди подростков через информационные мероприятия, личные встречи, работу с родителями и законными представителями.